Мы с вами начинаем на перроне и совершим небольшое путешествие. В подстаканнике звенит ложка, на соседней койке кот да собачка. Вот показалась Москва золотоглавая. Красная площадь, Столешников переулок, фонари, живые смайлики и блеск витрин. Сладости, сувениры, модная одежда, добрые мирские удовольствия. Но здесь мы проездом. Успеваем посетить храм Матроны Московской. Православная святая от рождения получила дар чудотворения. Вся ее жизнь – подвиг любви, терпения, самоотречения и сострадания. Люди приезжают к матушке за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. Я была 10 лет назад, и вот прям с сестрой была, ехала сюда. А о чем матушку обычно просит Матронушку? Здоровье. Всем. Помогает очень хорошо. В чем помогает? Во всем помогает. Нужно все просить. И все помогает. А почему люди с цветами сюда идут? Они смогут благодарности. Живыми цветами одаривает и сама Матрона. Прихожанам в храме раздают розы, астры, хризантемы, освященные на мощах святой. Очередь к иконе большая, но за чтением молитв движется быстро. Атмосфера очень добрая. Такая же благодать, как говорят здесь, пребывает в обители святого Сергия Радонежского. Из Москвы от ВДНХ туда ходит автобус. Отправляемся. Путь занимает более часа. Лида с Галей, все бегает. Лида с Галей, все. Да, мы же поняли. Лида с Галей. Что ты? Ручки протянули. Свято-Троицкая Сергиевая Лавра – крупнейший мужской монастырь с многовековой историей. На его территории колокольня, Троицкие и Успенские соборы, живоносный источник, трапезная – места памяти насельников. О жизни обители написаны тома. Ее не раз пытались захватить неприятели. В 1608-10 годах 3000 монахов выдержали осаду 30-тысячного войска польско-литовских интервентов. Дух верующих укрепляли явления святых, в том числе преподобного Сергия Радонежского. В Троицком соборе находится его мощи. Кланяемся игумену земли русской и отправляемся путешествовать далее, во Владимирскую область. Поселок Боголюбово расположен в нескольких километрах от города Владимира, в устье реки Нерли при впадении ее в Клязьму. Живописный уголок с обширными лугами и россыпью полевых цветов. В реке водятся щука, судак, красноперка, плотва. Есть бобры. Вот так сидишь, природой любуешься, смотришь, как рыбки по воде круги нарезают, думаешь. И так хорошо. Кстати, рыба переводится с греческого как «ихтис». Это первые буквы имени Спасителя Иисуса Христа. Может быть, поэтому здесь такая благодать. Поселок связан с именем святого благоверного князя Андрея Боголюбского и образом Пречистой Девы. Как-то ехал князь по полю, вез из Киева чудотворную икону Богородицы Владимирской. Вдруг лошади остановились и не могли двинуться с места. В повозку перезапрягли других, но и те стояли как вкопанные. Князь попросил сопровождавшего его священника отца Николая совершить молебен перед иконой Божьей Матери. Андрей долго и горячо молился Царице Небесной, и она явилась ему и повелела поставить ее образ во Владимире, а на этом месте построить храм и основать обитель для монахов. Князь дал указание заложить каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где со временем образовался женский монастырь. Моя цель приезда в Боголюбово – это маленькая белокаменная церковь посреди широкого поля. Церковь Покрова на Нерли, построенная князем Андреем Боголюбским в 1165 году. Это первая церковь в мире, посвященная Покрову Божьей Матери. Это белокаменный шедевр старорусского зодчества, образец архитектуры Владимира Суздальской школы. Фрески изображают царя Давида, у его ног – львы и грифоны. Три женских лика символизируют Богородицу. Внутри храм не расписан. Церковь построена строго на востоке от резиденции Андрея Боголюбского, на искусственном холме. В основе булыжник и глина, которые защищают от подтопления. Весной здесь разливы на все поле, рассказывают экскурсоводы. Если бы холм был бы чуть пониже, то церковь просто-напросто бы затопляла. А если бы он был бы, наоборот, повыше,
то было бы неинтересно. Дело в том, что Андрей Боголюбский был большим эстетом. И во время весеннего разлива он очень любил из окна своей резиденции, которая находится вон там, с той стороны, смотреть на эту церковь. И во время весеннего разлива она была для него словно белый лебедь, плывущий по волнам. Люди прикладываются к стенам храма, просят Богородицу о помощи. Некоторые говорят, что даже чувствуют исходящее от стен тепло. Я пока не чувствую. Тепло. Вот я держу и чувствую тепло. А я не почувствовала. Подольше подержите. В церкви проходят службы. Нам довелось побывать на крестном ходе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Ныне и присно, и во веки веков. Спаси от ветра, бы твоя Богородица, яко мы усердно к тебе прибегаем. Я как нерушимость тебе и предстательству. И благосердись, Пятая Богородица, на моей лютой телесе озлобление, и исцели души мои я болезнь. На трапезной уже дымок вьется, это самовар греется. Скоро всех будут угощать чаем с пирожками после службы. За чаем разговорились с местными. Сергей Тушев – потомок коммунистов, бывший атеист, строитель и реставратор. Воссоздавал Третьяковку, Кремль и около 20 храмов. Знает все стили и особенности зодчества. В жизни у Сергея были две клинические смерти и много чудес. Особенно по молодости, когда не было веры. Например, чуть не утонул в городе Яранске Кировской области. Храм в Яранске, элеватор тоже большой строили. А рядом какое-то искусственное водохранилище. И была жарища сильная. И нам с Москвы приходил приказ строить 402-й храм, потом отмена, 405-й. То есть начинаем разбирать, и 405-й собираем, разбирать, а это как раз перестройка началась, разбираем, 503-й башенный храм, начинаем, звонок, значит, это... Разбирайте опять 402-й. Ну, бригадир плюнул. Ничего делать не будем. Пойдем на водохранилище. И пришли на водохранилище. А я что-то глянул, а там за горизонт уходят. Понимаете, разрыто большое водохранилище. Перегрелся я, что ли, 33 градуса было. Вдруг какая-то гордыня взяла, что я переплыву. Переплыву. И у меня какая-то, ну, молодой был, какая-то сила такая. Думаю, да, я всем этим своим монтажникам покажу. Вот, значит, ну, похвалиться как-то. И знаете, поплыл к ролю так быстро-быстро, и быстро-быстро фактически до середины дошел. А потом прям начали руки терять силу, прям сразу же как-то. И как будто свинцом наливаться, руки и ноги. И я до середины доплыл, а потом уже руку поднять не могу уже. Понимаю, и все. Я глянул до берегов сюда, на горизонте. Отплыл на горизонте и в тот берег. Ровно посередине меня покинули силы. Я был неверующим. Значит, это... Что делать? Я перевернулся, думаю, отдохну. Лег крестом вот так. Голубое небо, солнце, представляете? Лег крестом, лежу. Лежу, а руки как засвинцевели и не отпускают. Я даже уже не раз... Лежу час-другой, ничего. И я так что-то захныкал. А... И такой голос прям сверху. Чего ты как баба ревешь? Ты же мужик. Ну, позоришь. Что ты всю жизнь прожил? И под... А я говорю, а я прям разговариваю. Я говорю, так умирать-то неохота. Слышишь? Вот, он говорит, жил как попало, да умри хоть как мужик, не стани. Вот, я думаю, что это такое, понимаете, и дальше лежу на кресте. Ну, потом хотел утопиться, не хватило духа, хотел хлебнуть воды, и это, потому что смотрю уже на закате, а я все там же. С утра до вечера я лежу крестом вот так на воде, слава богу, научился, на спине. Вот. И потом это, думаю, надо утопиться, чего ждать? Ну, страх, ожидание смерти, это хуже, чем смерть. И хотел хлебнуть. И вдруг то опять голос, ты чего хочешь? Я говорю, что? Уже бояться устал.
надо это дело прекратить один раз и навсегда. А он говорит, ну ты же умрешь. И я говорю, да, но зато страха не будет. А он говорит, держись. А я говорю, ну я не доплыву. А он говорит, а откуда ты знаешь? Я говорю, ни плота, ни корабля, никакой баллона не проплывает, ни соломинки. Разговариваю с небом. Атеист. И вот смотрите, насколько изобретателен Бог. То есть он именно может придумать, что человек не поймет. То есть, смотрите, значит, а уже солнце садилось, уже там за деревней брошенной там садится. Вот. То есть я никак нельзя. Ну, подослал бы лодку там, человека. Ну, понимаешь, ну, чтобы подвинуть берег, не я подплыл, Господь берег подвинул. А понимаете, ко мне. И я, значит, думаю, сейчас допрыгну вот этими туда, руки-то нет, думаю, ногами так это. А беру так, опустился, воздуха набрал, чтобы раз и туда. Раз, ну да, 5 метров, думаю. Раз, а оказывается, глубина вот как раз по губу мне, подбородок. А смотрю здесь, и я так там, водоросли меня оббили, но я раз вышел. Вот это, представляете, берег. А потом я бросил курить и долго не курил. Уже стаж такой у меня, и уже не курил из-за того, что такой стаж жалко терять уже, понимаете, там. Раз захочется, я не, ну что ж, столько я уже не курил, и это, буду это, столько претерпел. И представляете, беру и закурил, прям беру и курю, и думаю, что я делаю? Стаж такой уже большой у меня, не курю. Что я делаю? А потом что-то, жизнь моя кончатая, переломатая пополам, беру еще вторую, третью, прям сразу, думаю. Вот сорвался, думаю, опять, понимаете, и пошел в разнос. Представляете, а сам душа болит, думаю, надо же так, а так вот тяжело мне это давалось, и так я попался, и даже не пойму, зачем я закурил, понимаете. Так я переживал, и представляете, что Господь сделал? Я просыпаюсь в холодном поту, это был сон. Я точно закурил, я знаю. А он настолько сделал, что меня успокоил, утешил. Сделал, что это был сон. Как так? Вот я точно помню, что курил, все, ну, все, и говорю, бум, и так сердце колотит, думаю, ну, вообще тряпка, понимаете, то плакал, как баба там, не хочу умирать, мамку вспомнил, 50 лет, здесь опять думаю, что же я за тряпка, и вдруг, бум, это сон, я весь колотит сердце, просыпаюсь, весь в холодном поту. Такое счастье, Господь пожалел, я точно знаю, что я говорю, пух, не я, кто курильщик, я вот так, в обход. Это точно было вот это. Сергей интересный рассказчик. Я еще долго слушала его истории о том, как он видел на иконе свет в глазах Богородицы, о том, как чудо спасло его от злых людей, как попал в туннель во время своих клинических смертей. Сейчас ему за 70. В чудесах и оказалась в Кисловодске. Здесь такая красивая осень, полно желтых кленовых листьев и даже еще тепло. Живописный город на Северном Кавказе славится минеральными водами и чистой природой. Здесь добрые люди, художники, поэты. Называется «Любимый». Господи, прости меня, хранитель, ты для всех нас создал свет и тьму. Грешен я, но радостный учитель, каждый лучик твой я ей дарю. Лишь одну я люблю. Матерь Божья, мне тебе светлее, каюсь, жарко пред тобой молюсь, ты всегда на свете всех милее. Я любви такой, я не страшусь, слезы льются, я их не стыжусь. Припев. Душой пылающая, даже в тени узнаю ясный образ твой. Приди, я стал на колени, и не спаду перед тобой. Мне показалось, что здесь покровительствует сам Николай Чудотворец, памятник которому стоит на курортном бульваре. Святого можно даже обнять. В 2016 году построил Салават Щербаков, создал эту скульптуру. Отливалась она в Санкт-Петербурге, а Салават Щербаков – академик. Вот. Ему же принадлежит и изваяние, скажем так, Алексея Федоровича Реброва. Скоро мы там будем, ребровые балки бывшие. Сейчас подойдем ближе к фонтану. А это храм святителя Николая Чудотворца в Кисловодске, основан в 1803 году. В годы правления большевиков Свято-Никольский собор был взорван. В наше время его восстановили. Внутри есть икона с частицей мощей из бари. Благодарственный молебень пишите.
и живые цветы принесите, пожертвуйте. Свеча, моя хорошая, это считается жертва. Вы пожертвовали от общения. А живые цветы, это вы принесете, говорите, Николай Угодничий, прими мою жертву живую. Благодарю тебя. Вот за то-то, за твою молитву, за то-то, за то-то. На территории собора трапезная впечатляет убранством. Внутри иконы, фигуры, а в буфете постное и очень вкусное блюдо. В трапезной Пресвято-Никольском соборе со мной произошло маленькое чудо. Захотела поесть, но карточки здесь не принимают. Тогда подошла к иконе Николая Чудотворца, говорю ему: «Спасибо тебе, отче, за духовную пищу». Потом кладу руку в карман и нахожу 1000 рублей. Недалеко от храма источник святого Николая. Благодатное место. Крым и Кисловодск – это два места в России, где ионизация воздуха происходит. То бишь, это ученые еще не могут опознать, что это такое, но особая какая-то. Вот два – в Крыму и в Кисловодске. Нет, не в Ессентуке, в Пятигорске, нигде, а именно в Кисловодске, где происходит какая-то ионизация воздуха, которая благотворно действует на организм. Ну, были мы… Здесь мы, конечно, мало были, только в одном Никольском храме. А так вот собираемся завтра в Шанинске. Это высоко в горах. Очень красивый православный храм 10 века. Я иду в храм святителя Пантелеимона. Там есть чудотворная икона Николая Угодника. Надеюсь, что мне удастся вам ее показать. Дореволюционный старинный образ находится в Малом храме. В какой-то момент икона святителя Мирликийских сама стала покрываться золотом, а цветы в ней наполняться красками. На праздник Николая Чудотворца у иконы прошел молебен, и один из прихожан на глазах исцелился. А вечером я решила посидеть в кафе с видом на поющий и танцующий фонтан. Скоро здесь начнется настоящее шоу. Путешествие наше подходит к концу, а интересная жизнь продолжается. До встречи, миряне, северяне!